вот такая. Получается, вот. Вот здесь мы должны пройти. Озера. Вот они вокруг. Здесь сейчас везде здесь вода. Все за водой. Вот мы сейчас над Боркой пролетаем, проходим. Дальше вот Заокская. В этом году большая вода пришла в Рязанскую область как-то тихо и незаметно. Также незаметно она и отступает. Уровень в Оке уже стал ниже на 4 сантиметра. Сегодня еще подтоплены 3 низководных моста в Скопинском, Спасском и Шиловском районах. 3 участка дорог в Рязанском и Ермишинском районах, а также 35 приусадебных участков в самой Рязани. Остаются отрезаны 3 населенных пункта в Шиловском и Рязанском районах. Для доставки жителей села Заокское от пристани до населенного пункта продолжает работать плавающий транспортер ПТСМ Главного управления МЧС России по Рязанской области. В целях контроля обстановки, связанной с прохождением весеннего половодья, проведена авиаразведка на территории Рязанского и Спасского районов. По итогам авиаразведки угроз не выявлен, половодье развивается в соответствии с прогнозом. С высоты птичьего полета отчетливо видны контуры разлива. Объективно не так критично, как могло бы быть. Снижение уровня воды сотрудники МЧС наблюдают сегодня практически на всех водоемах. В реке Проня, например, он упал на 4 сантиметра, у города Скипина в реке Верда – на 3. Скорость отхода станет выше с установлением солнечной погоды, а ее синоптики обещают со следующей недели.